Дядя Юр, не знаю, ребят. Я звонил Женьке в деревню Любкину. А он, кстати, ему сказал этот... Он, короче, ему сказал то, что телефон... Ему, короче, кнопочный телефон, короче, это ему подогнали. Женька с Любкой. Дядя Юре. Вот. Ну, чтобы там, типа, вдруг там Гашек ему там позвонит, или там я позвоню, короче, вот так вот. А он взял его на следующий день там или через два дня, взял, утопил, короче. И он такой, это говорил Женька, да что, говорит, ну, уже просто настоял. Он чуть, чуть дом не сжег, ну. А, я не рассказывал это, да, тело? Да. Вот, и он этот, короче, говорит, у него сейчас света-то нету, юрт. Ну, я знаю, да. Да. Да, а он, короче, тянет этот провод от них, от Любки Женькой, вот, и, короче, этот, он все навключал, там всякое все, что есть в доме, все навключал, короче, блядь, а у них там этот, Лана говорит, там этот, додумался, да, да, это удлинитель, нахуй, сгорелся. Ну, это понятно, да, когда все нагрузки. Да. Да, Женька, он, мы так с ним, он такой, да что ты, мам, говорит, я сколько раз ему объясняли. Они-то работают, по 12 часов, они там на этом в колхозе работают. Понятно, они видят. Он там на тракторе Женька работает. Ну, и Люк тоже там. Короче, вот он. А он говорит, мы его, говорит, позвали, короче, я его позвал, короче, пойдем это, типа на Колым. Тот, на, не хочу. Он тоже Женька объяснял, а что, говорит, тебя Серый с Гашком будут содержать, чтобы там ездить к тебе, еду привозить постоянно. А там надо просто было что-то там, проводку что ли какую-то посмотреть, там, ну, по электричеству, короче. Там, ну, там ничего не надо. Господи, прости, пожалуйста, не дай бог, дядя Юра, будете делить этот дом. Да дом продаваться будет, что его делить-то? Деньги напополам, бригаде. Все. Подними онлайн до 500, если не воздухан. Вот так могу сделать. Даже не 500. Только мне это незачем, я просто сижу, общаюсь. Бригаде по 5к, а остальное вам. Я никогда таким не был. И ты это знаешь. Ты просто бесишь меня сейчас, какой-то пишешь. Я же говорил, дом будет делиться это, Гашку, мне, Андрюхе, Васе. Чтоб просто его не было. Мы и тогда еще договаривались. Что когда чего, вдруг чего, как. То есть уже дядя Юра сам похоронил, уже раздумал, как поделить. Нет, просто у дяди Юры такой осоц, как она это называется? Такой образ жизни, что сам знаешь, что хуй, когда чего. Так что вот такие пироги. Зачем мне что-то делить? Мне дядя Юра пускай живет там хоть 200 лет. Конечно, наоборот, может, он еще всех переживет. Да, как он тогда, помнишь, мы смотрели? А, или мы здесь смотрели, он сказал, да я еще переживу, еще на всех. Да, да, да. Так он всех и пережил, первую жену пережил. Там какая-то еще одна у него была, тоже умерла. Тетя Галя, с кем он тоже этот... Тетя Галя умерла. Черный. Ёлы-палы. Да. Как он жил, это еще... Это он спал зимой. Его полиция там поднимает. Это кто там? Чтобы он дом продал. Пускай продает. Вообще, похуй. Он уже там и так все практически продал. Там только осталась баня, грубо говоря, да дом нахуй. И то он сейчас через... И то он, если вот в таком виде будет этот дом, года через два, его вместе с сараем, вот так вот, просто уронит. И все. И там просто чистый участок. Да. Ну сейчас, кстати, тоже участки тоже дорогие, блядь.